В Казани судят молодых людей, обвиняемых в убийстве пенсионеров, а также в хранении наркотиков. Все произошло в поселке Подгорный Ютазинского района. На скамье подсудимых 25-летний Ильдар Ахметов и 26-летний Сергей Исаев. По версии следствия, подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили поживиться медовухой у пожилых соседей. Разбив окно на веранде, они залезли в дом и начали угрожать пенсионерам расправой, требуя спиртное. В итоге хозяин отдал им около 60 тысяч рублей. Но злоумышленники, прежде чем уйти, забили стариков обрезком металлической арматуры. Когда те перестали подавать признаки жизни, сбежали. 94-летняя пенсионерка впоследствии скончалась, а ее 93-летний супруг был госпитализирован в тяжелом состоянии и выжил. Во время задержания один из подозреваемых находился в состоянии наркотического опьянения. При обыске у него дома обнаружено вещество, похожее на наркотик. Сегодня судебное заседание было отложено из-за замены адвоката одного из подсудимых. Дело рассмотрят 21 мая.